Был это притон, девушки приезжали, клиенты приезжали под прикрытием массажного интимного салона. Картины, которые там, фотографии. Потом, значит, это в каждой, из кухни сделали тоже комнату. То есть 4 комнаты, и в каждой комнате по широкой кровати. Ну, обычно, если делают массаж, то делают, наоборот, на плотном должен лежать, а не на мягком таком уже. А возле одной кровати там вообще зеркало было на уровне кровати, такое большое зеркало. Была многолетняя проблема данного двора о том, что здесь ни днем, ни ночью не было покоя. По имеющейся информации, при Украине эти притоны вроде бы как крышевала СБУ, поэтому справиться с ними было очень тяжело. Вот. Ну, сейчас русская полиция, слава богу, работает по другой схеме. Трое граждан были привлечены к ответственности за незаконное трудоустройство, за нарушение порядка занятия предпринимательской деятельностью, а также за незаконное предоставление жилья в наем.